Всем добрый вечер. Хочу поделиться с вами своей очередной задумкой, вернее ее воплощением, как украсить вот такую вот еще одну новогоднюю зимнюю полянку. В описании я оставлю ссылочку на подробный рассказ, как это все делалось. Ну, как вы видите, принцип остался тот же. Это использование природных материалов. Единственное, что здесь, здесь тоже осталось гирляндочка спрятана, вот я специально так оставила мешочек, чтобы было видно. Она тоже задекорирована кусочком коры. Но в этой композиции я не стала приклеивать эту гирляндочку, а использовала вот такие вот новогодние элементы. Я их использовала как шпильку, то есть я пропускала здесь гирлянду, и потом ее фиксировала с помощью этих элементов, просто вот так вот всунув в композицию вдоль, что называется, бортика. Вот видите, в трех местах они у меня здесь есть. И что еще здесь отличительное? Для декора я здесь решила вырезать вот такого оленя из глиттерного фоамирана. Просто в телефоне нашла картиночку, которая мне нравилась. Перевела ее на бумагу, увеличив яркость. Ну и вот, соответственно, вырезала потом с помощью маникюрных ножниц из фоамирана. И закрепила, получается, специально, чтобы он был зафиксирован, шишечки. Вот таким образом на горячий клей, чтобы можно было его вот так вот между ними поставить. И он, видите, как бы вот упирается. Так, что еще здесь отличительного? Не стала использовать здесь никакой ленты, а приклеила снежинки из фикс-прайс. У них с изнанки закреплен двухсторонний скотч, поэтому, в принципе, если человеку, для которого предназначен этот подарок, вдруг они не понравятся или просто надоедят, их можно безболезненно отклеить. И для декора еще здесь я использовала золотистые блестки, просто промазывала клеем ПВА, срезы бревнышек, да, самок, шарики на снежинках и олень с изнанки. Просто промазала и посыпала золотыми блестками в цвет основной этой композиции. В цвет такой основной здесь золото. Решила просто, так как говорят, предстоящий год у нас будет год металлического быка. А бык любит земляные такие тона, поэтому здесь есть и коричневый, и золото, и зелень. Ну и в конце концов, если он белый, вот и белые снежинки. То есть вот такая вот теплая композиция, мне кажется, у меня получилась такая лесная полянка. Буду очень рада, если для вас мое видео оказалось полезным и интересным. Ну а я всем говорю пока-пока и до скорых встреч!